Казалось бы, необычное название и ничем не примечательная внешность, но на самом деле, это очень вкусно. Блюдо немецкой кухни из фарша, шнелл, быстрый клопс, частичка фарша. Приготовить шнельклопс достаточно просто, рецепт из разряда закинул все в сковороду и потушил. По сути, это обычный фарш, тушеный в сметанном соусе. Получается не только простое, но и очень нежное и вкусное блюдо. Фарш можно взять любой, подойдет и свиной, и говяжий, и легкий куриный. Для соуса можно взять как сметану, так и сметану со сливками в любой пропорции. Самым популярным дополнением для этого блюда из фарша считается картофель. Но можно подать к нему рис, гречку или любые макаронные изделия. Подготовьте все ингредиенты. Картофель очистите, если необходимо, нарежьте и поставьте вариться. Необходимое количество отвара слейте в чашку. Если у вас любой другой гарнир, то просто замените отвар из картофеля на мясной бульон или воду.